Всем привет! Коллеги, а ну быстро признавайтесь, кому моя пассажирка предлагала потрахаться. И поехали смотреть ролик! На канал подписывайтесь, лайки, дизлайки, в комментарии срач, инстаграм, телеграм, вся хуйня. Поехали! Куда тебе? На еврейском. А что рассчитываешь? Я просто знаю. 74 гривны. Садись. Не гони. Слышь, ты что, такси вызывала? Да. Так ты сейчас таксист говоришь, вы сексом не хотите заняться? Ааа, я не могу. Ты серьезно? Давайте, 300 гривен, я ваша. Не гони, бля. Алло. Алло, дай трубку. Нахуй, алло. Он выключился. Гони, гони. Ты не выключился. Дай трубку. Он нахуй выключился. Ебать, ты что, такси вызывала? А что за такси? Он мне говорит, вы такси вызывали, я такая, а вы не хотите сыграть нахуй? А ты, блядь, да я ж тебя подобрал там на Успенской. Да, да. А ты что, такси вызывал? И сейчас тебе... Ебал, я уже час нахуй жду тут такси, я ебу в рот его. Ай, бля, и ты сейчас таксист говоришь, вы не хотите сексом заняться? Слышь, он такой звонит, алло, клиент, вы где? Я подъехал, там белый Шевроле, там Вео. А ты говоришь, что не хотите сексом заняться. Ха-ха! И мать не мочишь.